Это все, что осталось от дома старика Филимона из села Минджир. Все сгорело, остались одни стены. Когда вспыхнул пожар, мужчина был один. Спасли, соседи прибежали, как только заприметили густой дым. Не шел гардероб, не шел диван, не шел тумбы, кухонник, кертску, документы, остальные документы. Соседи говорят, огонь распространился быстро. Все же спасателей вызвали не сразу. Позвонили сначала примару. Примар Минджира говорит, что вызвал пожарных из соседних Карпинен. Те приехать не смогли, сказали, нет топлива. В итоге на место инцидента спустя полчаса прибыла команда пожарных аж из Хэнчешт, расположенного в 43 километрах от села. Бензина, de care este necesar. Dar în momentul până când s-a hotărât întrebarea, deja pompierii la 901 erau deja în localitate. Ei trebuie să vină să ne aducă benzină, să ne vină la zăpravcă la noi, la Cărpinești, și nu a venit. Și nu a venit nimeni acolo să ne aducă benzină. Nu a venit, nu le-au dat benzină și noi ne-am întors înapoi la zăpravcă, înapoi la locul nostru. Примар Карпинен опроверг факт, что у пожарных не было бензина, отметив, что они не были обязаны выезжать на пожар, когда это всего лишь волонтерский пункт, который обслуживает определенную местность. Ну, паспорт Фордин, то есть Карпинен, спотят к сервичи, центру Минджир. Logic ar fi fost să fie cei de la Cărpinen, dar întrucât au stat așa condițiile, deja noi am intervenit. Ei au spus că nu au benzină și nu pot interveni. Пост в Карпиненах открыли в конце прошлого года. Его отремонтировали в рамках программы, финансируемой польскими властями. На церемонии открытия местные власти утверждали, что сотрудники обновленного поста будут обслуживать и соседние населенные пункты. Но, по словам примара, там договор о сотрудничестве заключать не пожелали.